Пасхальное яйцо. Такое красивое, яркое, но, увы, совсем недолговечное. Большинство обычных яичек съедают в первый же день. Однако есть способ сохранить красоту надолго. Для этого сувениры должны быть сделаны из тончайшего стекла, чем и занимаются рукодельники с нижегородской фабрики «Ариэль». Традиционно к Пасхе у нас появляются пасхальные яйца. Мы выдуваем их разных размеров. Это от таких небольших, где-то до 7-8 сантиметров, до более крупных, где можно нарисовать более сложные рисунки. Самые разные рисунки и образы нашли воплощение на этих пасхальных шедеврах. Цвета, кстати, тоже раньше использовались самые разные, но на Ариэле заметили, больше пользуются спросом красные, поэтому коллекция этого года выполнена именно в таких цветах. Сейчас в нашей коллекции яйца изначально покрыты глянцевым красным лаком, и на них нанесены, опять же, традиционные пасхальные символы. Это кулич, это яйца крашеные. Кулич вот здесь на рушнике представлен. И на каждом изделии вы обязательно найдете надпись «Христос воскресе». Такие произведения искусства, безусловно, заинтересовали не только нижегородцев. Все чаще гости города увозят в память о Нижнем Новгороде игрушки именно с этой фабрики. И пасхальная коллекция не стала исключением. Такой тематики игрушки им, несомненно, нравятся, только не красного цвета, а яйцо для них должно быть шоколадное. Конечно, мы изготавливаем игрушки имитации шоколада, да, их ни в коем случае нельзя есть под слоем шоколада темного или белого, будет стекло, но выбирают иностранные гости наши именно яйца из шоколадной коллекции. У всех нижегородцев есть еще время купить замечательные игрушки из этой коллекции, ведь такое пасхальное яйцо оставит в доме ощущение светлого праздника надолго.